Всем привет! Продолжаем рассматривать картины, узнавать что-то новое. Сегодня я хотел вам рассказать о картине актера французского театра Вато Антуан. Картина французского художника Антуана Вато, актера французского театра, известна также под другим названием при продаже на художественных аукционах картин и выставках в живописи «Маскарад», «Кокетки» и «Возвращение с бала». В музей Эрмитажа картина поступила в 1772 году из Парижского собрания живописи барона Кроза. На картине мы видим портреты актеров, которые играли в этой постановке под названием «Комедии Франсез», известны имена всех актеров, за исключением юной девушки в полосатом платье. Слева молодая женщина в шляпке. Это актриса, которая покоряла сердца всех зрителей своим артистическим талантом и изумительным голосом. Кристина Антуанетта Шарлотта Дисмарс. Напротив нее у правого края картины Пьер де Нуар «Ла Торильер», который был известен своими ролями в комедиях Мольера. Человек в берете Филипп Пуассон, который обычно играл в паре с мадмуазель Дисмарс. Вид группового портрета – редкое исключение среди полотен Вато, изображающих обычно праздничные гуляния. Комедия «Францез» – официальное название театр «Франсея». Французский драматический театр основан в Париже в 1680 году, стал школой актерского и режиссерского искусства. Играли актеры и актрисы Тальма, Рошель, Сара Бернар, Коклен, Жуве, Баро, ну и другие. Ну вот примерно все, что можно рассказать об этой картине. Картине под названием «Актеры французского театра». Ну, в разных вариантах это «Маскарад», «Кокетки», «Возвращение с бала». Находится в Эрмитаже картина Антуана Вато. Пока-пока, до свидания.